Уважаемые жители Северского района, в этот очень сложный период времени для нашей страны, для нашей станицы, мне бы хотелось выразить слова поддержки в ваш адрес. Буквально в считанные дни наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Многие столкнулись с проблемами. Некоторые утратили веру и надежду в завтрашний день. В этой ситуации нам поможет только время. Время и правила поведения, в том числе поведение в самоизоляции. Только соблюдая данные правила, мы можем быть уверены в том, что в ближайшее время у нас все наладится. Не теряйте веру, не теряйте надежду. Берегите себя и свое здоровье.